Это поселок Потеряевка. Сегодня 15 июня 2016 года. Это вот Андрей Устинов здесь живет. Вот. Давайте сейчас посмотрим, где тут наши братья работают. Они здесь свиньи гуляют. Земля хорошая, мягкая. Работает. Вот Никита Андреевич работает. Поросятки. Вон сколько их роет. Что-то роет. О, уже какие ямы нарыли. О. Не перелезьте мне сейчас. Кто-то попасть туда. Не могу перелезть. О! Вот они наши. Поросятки. Роют тут. Братья Исаак! Отойди, отойди! Yeah.
сейчас что нужно сделать? Отсюда перекидывать эти. Андрюша, кинь вот это последнее дерево, оно уже не нужно. Нет. Одно осталось вот так, торчит как шило. Теперь только вытащить оттуда, и мы сделали все. Что делать? Вот это вот одно убрать, оно не льет, он стоит. Тащи туда, Никита. А другие вот туда, а потом туда утащи, где надо. Ну, а кого же тут держать? Зачем держать? Берешь, а потом вытащите. Так, сейчас готовьтесь, бревна оттуда вытащить надо. Значит, Тихоныч, давайте попьем воды. Не надо воды, надо вытащить сначала. Ну как не надо, надо воды начать. Ну бери, пей. Где-то завалили уже. Я сейчас понимаю, что люди собрали, все будут. Ну, пей, я тебе спасибо. Нам нужно пока люди здесь. Людей не будет, мы один не вытащим, будем вот сильнее там шариться. Значит, тащи, Роман. Не будет.
нас есть вот, камера. От ограды мы вот, смотри, уже разобросали. Камеру чуть не задавили. Подальше туда положи. Вон туда подальше. Ну что, ребята, на ту сторону переходим. Ну все, теперь рядом, Андрюша. Теперь рядом ложить, так она пойдет. Смотри, сколько уложили туда. Вот это, подойди, посмотри. Да, я показал. Вот этот участок, весь у них был сушняком заваленный. А мы сырой, сушняк, вот все вместилось куда. Культура лесопользования. Так, развернуть вот это вот. Я мороженое. Так, работай, бери, разворачивай. Можете сюда протаскивать? Протаскивай. Давай, Владимир. Он не обрублено? Да. Вот сюда вот тащите. А именно обрубать надо, нет? Надо обрубать, бери быстрее, обрубай. А где топор? Топор дайте ему. Обрубать надо. Вот сюда вот так сложите. Исайки, подойди сюда. Вот эти вот, там уберут без тебя. Вот это убрать в сторону. И вот на это место, где я стою, тут надо положить эти все балки, перетащить. А потом мы там разберем и туда вытащим. Их тут можно будет и шкурить, и все. Так, вот это место куда, видите, Володя? Вот так их ложить все. Смотри, куда ложить надо, Никита. Вот так вот вытащить их сюда. Оттуда перекинуть и сюда выложить. У нас это получится. Такая сила. Смотри, что они там выворачивают. Вот агадаринское поприще. Так. Исаки, разбирай там только дорожку. Володя, уберите сучки. И идемте сразу на ту сторону. Тут надо все убрать. Вот тащить надо. Они тут под ветками копаются. Вот они. Наворачивают. Ну. Он такой человек. Я, говорит, исследователь, ученый. Вот это все ученый. И главное, нос, там железяки, стекло, нигде ни разу не поранит. Даже этого мы не можем сделать. Картошку чистим, мы можем руку порезать. А он не порежет. Почему? Ему это дано. Залазьте на ту сторону все. Начинайте разворачивать топор, только возьми, Володя, туда. Второй топор возьмите, чтобы сразу веточки обрубать. И оттуда выбрасывать, а тут-то уже можно развернуть. А вот эти вытащить не сможете? Вот эти вот, тут четыре. Андрюша! Андрей! Андрюша! Вот эти кустики убери, чтобы можно убрать было. Ну, такого не видал. Прямо под ветками.
Андрею там, скажи, чтобы подошел сюда, Андрея. Вот эти вот убери под корень. Под самый корешок убери, чтобы разворачивать можно было. Вот эти? Ага, вот эти вон тот большой. Взять, чтобы пилить по 3 метра. Не надо, я знаю уже. Пилите под самый. Подожди. Говори. Так, ребята, знаете что? Вот это вот надо убрать сначала. Отсюда развернуть, иначе нам не вытащить их. Твоя камера, 2 минуты осталось. Да? Вот 2 минуты осталось. Даже не вытащить, но развернуть. А потом мы на месте уже будем. Тихо, уже одна осталась. Где надо подпилить. Мерки мы уже отмерили, все в мерках. Все, давайте, перетаскивайте.